перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вечных тоже все мы, только дым приоткроет волшебные своды. Пара босиком по песку, море шумное в море трех разных цветов, и ковер самолет, разгоняя тоску. На дурманом тигрёс, на дурманом тесно. Ну и чё, алоха, привет. Чё, ничего, Резач, бля, Резач, ты, блядь, меня замучил, ты везде просто. С каким глазом? С какими глазами? Нормально, я устал, спать хочу. Песен о любви. Тружусь. Ставрополь, привет. Ланчевский, привет. Видел. Спать не время. Борис, привет. Бля, никто не спит, что ли? Биф, охуенный фильм. Это был наш совместный трек со Стаффордом. Медлана дома. Украину алох передаю. Да, мне Борис сказал, что заебись получилось. Джипси, ты так и не доехал. Блять, 7 лет Карл, блять, снимали его, знаешь почему 7 лет? Потому что, блин, очень много надо было снять материал, он же за один день не происходит. Ладно, да, Ланг, супер. Приднестровский. Приднестровье, привет. И отец молодец. А я птах холодец, ёпта. Ауе. Да я в эфир особо не захожу, что-то делать. Кому привет-то? Мурманску привет, Питеру привет. Я на самом деле спать хочу просто фантастически. Нефтекамск. Да всей России привет! Каждому в частности, отдельно и все вместе. Да люблю я Лану, люблю, конечно. Если я Лану люблю, не любил бы, мы бы разве были бы вместе. Батарейка садится, то звонит кто-то. Шурфом. Кто такой Шурф? Адам. Куда мой? Мне еще работать и работать. Мне надо заканчивать альбом, бля. Не биты пишу. Ланг спит уже. Ну что там? Блять, скинут мой друг Царство Небесное, это Зорг. Саша Зоркова, кстати, застрелили. По-моему, 3 года назад точно, блин. Точно в феврале, а уже сколько лет прошло, не помню. В Анталию? Не планирую пока. С Быбой на альбоме трек. Вот вы меня просите сказать число месяц, блядь. Ну, месяц на них хуй знает. Но конец февраля, начало марта, блин. Делаю, как раньше, чтобы до мурашек было. Стараюсь, поэтому долго делаю. Эти истории, блин, написать себе не так легко. Я как этот, блин. Это как фильм «Биф». Вы знаете, я раньше думал, блин, вот чувствую себя хуёво. Сейчас посплю, все будет заебись. Эта хуйня уже не работает. На связи. Спасибо большое. Ты бы спать шел, Давид Илана. Кто ждет, тот дождется. Это да, точно.
новый альбом. Где фильм посмотреть? В кинотеатре. С Курбатом общаемся. Конечно, общаемся. Ну, «Старые тайны» очень жесткий альбом, конечно. Я мечтаю закончить этот альбом, блин. Дальше жить. И начинать дальше работать. Что очень понравилось в фильме «Биф»? Да мне вообще фильм понравился. До мурашек порой периодически было. Хуй знает, когда я в Германию приеду. Совместочку? Да не. Я не знаю, кстати, принципы недавно вроде видел, или мне приснилось, блин. А, я его на бифе видел. Да у меня много планов на будущее, но это мои планы, я озвучивать не собираюсь. Серег, здорово. Бля, ты там жить остался, что ли? Я смотрю, тебя что-то по странам просто мотает. Я тебя завидую. Зе, зависть. Не знаю, если буду ехать в Германию, вы узнаете об этом. Моя дочь, Машка, привет. Моя дочь, да, она сама не знает, кем она хочет стать. Певица, говорит. Ну, поет хорошо она, конечно. Но мне кажется, ей не стоит быть певицей. Она должна быть человеком нормальным, нормальной жизнью. С геопикой, да. Звони на студию 8-965-252-008. Там Брайт и ответит, когда можно приехать записать что. Машка, послезавтра можем записать. Я тут, кстати, послушал, потом тебе расскажу приколюху одну. Вы будете удивлены. Давид, ладно, конечно, хотим детей. Но ты не задавай такие вопросы. Это как бы личная жизнь моя. Я не люблю ее обсуждать. Ты меня уже начинаешь раздражать, на самом деле, этими вопросами. Это моя личная жизнь, блин. Я не собираюсь выставлять на показ, блин, это обсуждать постоянно, блин, все. У нас есть брат у брата уже фит. Да не, провокаторов стало меньше. От Муратова привет. У меня здесь свободная подружка, никому не нужна. Отдам. Хорошие руки. Че, я один здесь сижу? Конечно, я один сижу, что, блин, вас нету, я поработать могу, хоть могу спокойно. А вы когда-то набегаете толпой, блядь, хоть поработаешь. Да нет, я вот за это удивлюсь. Что с прокуратурой, я не знаю. Брэд, я не знаю, что за Брэд. Брат у брат, да, осень называется трек. УННВ, я не знаю, кто это. Какой Днепр, блин, у него въезд закрыт. Я кем только не работал. Я работал на стройке, работал грузчиком, работал в видеопрокате, работал курьером, блядь, аферистом всякими тоже работал. Я хочу отомстить им просто, дилера. Да хуй знает, что там Соби. Вы реально думаете, что я сижу целыми днями интересуюсь им, что ли? Мне как-то вообще в большой степени похуй. Спасибо большое. Мы тоже ценим тебя за помощь. Очень ценим. Я на Украину не могу поехать. Я у вас там считаюсь экстремистом или каким-то там сепаратистом. Засланный казачок. Нет, я фильм про Кизар не смотрел. Наталья, спасибо. Бля, они не слышал, надо будет послушать их. Бля, больше всего я работал в видеопрокате. Да он дурачок какой-то, мне кажется, он сумасшедший, блин, если честно. Мне его даже жаль. Какого капюшона? Их два вроде.
Из Три Капюшона, из Капюшона Умо. Не надо собирать тусовку, мне без вас тут хорошо, блин. По USA Tour, да хуй его знает. На балкон, не слушал, что за на балкон. Спасибо большое. Я не грустю. Тифест или ЛДЖ, но мне ЛДЖ больше нравится. А чё мне новая школа? Нравится им там, пусть будут. Чё. Есть даже что-то мне тоже нравится из новой школы. Короче. Спасибо большое. Нет, не согласился бы. И я всегда ночью работаю. Харькову привет большой. Биф это мясо. Давай это Мурату пока. Алмате привет. У меня депрессия. Я депрессивный человек. Да, бывает часто. Но сейчас реже. С возрастом реже стало. Мне стало похуй на все. Альбом Б хуй знает когда. Ну, скоро, скоро, блядь. Вот сколько там треков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать треков. 15 треков, несколько скитов еще будет. Ну и, короче, полноценный альбомчик. Не за что. Хочешь записать трек, берешь и записываешь. Это все легко делается. Скиты, да, скиты. Мне нужны скиты. Спасибо большое, Ксюня. Дальний Восток. Доброе утро. С легендами все в порядке. Песня за упокой. Спасибо большое. Чего со Слемом согласился? С чем я должен был согласиться? Нет, мы по-разному, я думаю, вряд ли мы согласимся. Нет, глаза у меня трезвые, просто сонные. Да у нас отличное сведение и все остальное, все хорошо, не переживайте. Дуть надо, вот, кстати, к Дудю сходить. Курим пятки, что там. Спасибо, Карина. Новокузнецк, шалом. С Амиром будет трек. Не знаю, я, кстати, Амирчика не видел. Надеюсь, что его Буба привезет. Так. Тиранам кунг-фу привет. Студию Птахи, да. Птахи охуенная студия. Вот. Максифэм хочу завтра связаться. У меня есть там для них. Хочу. Может, они упадут в торчок. Да внук хуйло, блядь. Бездарные, блин. Ну, у меня, например, на хорошее впечатление, хочу сказать. Позитивный чувак. Достаточно такой рассудительный. Вот. Никакого отношения не имеет к рассказам, которые я о нем слышал. Ну, про меня тоже много чего рассказывают. Иногда слушаю, думаю, нихуя себе, какой я негодяй. Владивосток, доброе утро. Спасибо большое. Короче, да, Ланка, я знаю, она мне самая лучшая. С эфиром и по радио. Эфир по радио был вроде сегодня. Я не знаю. Так, помни. Джонни Вайтс пишет альбом. Сейчас закончит альбом, разъебет нахуй. Я вам отвечаю. Джонни Вайтс очень крутой музыкант и очень крутой певец. Он просто разъебет. Но это не такой рэп, который все ожидают, что это рэп рэперский. Нет, это больше такое мейнстримовое музло. Для большего, как, ну, так сказать, больших людей. Резач, всем тебя поздравить.
гострайтером. Ну, я как бы пишу сам. Зачем мне гострайдеры нужны? Я не знаю, где Миди. Краснодару привет, Астрахани привет. Всей России привет. МС-дебил? Блядь, что? А, в Баку я, наверное, поеду летом. Я хочу попасть в Баку летом. И мне очень нравится Баку летом. В какой паузе, блядь? Менопауза у тебя? Да, у меня отец армянин. Будут взрывные, жесткие, будут лиричные, будут разные треки на альбоме. Статика не знаю пока. Блять. Интрига фит будет. Что за интрига? Да нет, из Миди не нацал уж давно-давно. Ну что там, короче. Баку летом. Насчет концерта я не знаю в Баку. Вот, но я хочу поехать туда. Я хочу заехать в несколько мест, они мне очень нужны. Мне обязательно надо их посетить, потому что. Как вам объяснить? Надо мне там побывать. Мне надо там походить и просто вообще потрогать эти камни, эти. Подойти в эти подъезды. Вот. На ипподром съездить надо, на Монтино скататься. Бывший пионерский пионер-лагерь Чайка. Заехать в бывший парк Дзержинского, прогуляться. По Наримановскому парку пройтись обязательно надо. Вот. В 7-й микрорайон заехать хочу. Фиц Такеши. Да нет, нахуй, мне Такеши не нравится, блин. Блин, да, на студию выматывает. Я еще жрать хочу, просто фантастически, блин. Словецкий, да, Словецкий очень крут. Да, резать, надо вернуться в прошлое, посмотреть, что там было. Вспомнить себя. Бля, с Гнойным я, кстати, сделал фит. Мне нравится, что он делает, он крут. Какая-то, короче, там хуйню написали. Пиццу закажи. Да я уже сам как пицца, блин, размером, блин, 97 килограмм, блин, ты чё? Паук, да, из Баку, я помню, слышал. Рассматривают не легализацию, блядь, марихуаны, а использование её в медицинских целях. Но это уже, короче, первые шаги. Блядь, если ебанут, короче, эту хуйню. Блядь, если легализуют травку, это чуваки, это, блядь, бомба будет. Бомба. Мойша пишет, короче, альбом. Они с Брайтом еще эльпишку делают, короче. Они разъебут нахуй, блядь, тоже. Они очень красавцы. Пелемешки, блин. Ланка откормила, да. Блин, не спрашивайте меня по поводу оценить трек. Мне не очень удобно, короче, блин, оценивать треки чужие. Вот, потому что у меня свое мнение, у каждого свое. Что там, говорит, Каноби, я хуй его знает. Тампон, наверное, собирает что-нибудь. Буду сумасшедшим. Пился, не понял вопрос. Не цел филиал не делаем мы. С Блэкстаром, да, общаюсь со всеми, в принципе. Ну, с много с кем. Ну так, поскольку привет, пока могу спросить, как дела. Вот, а так. По-братски не оцени трек. Не-не-не, все, центр надо оставить в истории. Это может когда-нибудь, там 1000 лет спустя, появится группа «Центр» новая. МДМА и экстази, блядь, это мой... Короче, это фаворит мой. Вот. Ты узнавал? Нихуя у тебя там подвязки.
Мы с Натаном немножко в разном формате работаем. Я очень хорошо к нему отношусь, он очень хороший человек. Вот. Но формат, к сожалению, музыки у нас разный. Может быть, когда-нибудь. Бля, да плани хейтить Мирона. Я не говорю о хейте Мирона. Я говорю о человеке, который... То есть я могу вам сказать так, про Гнойного. Он очень талантливый чувак, он очень умный, очень начитанный. И это видно по его текстам. Поменял телефон на такой же точно. Нет, ЛСД я не пробовал, я считаю, что, блин, это вообще ужасные вещи. ЛСД, грибы, блядь, и все какая-то, блядь, штуки, которые открывают сознание, аккуратнее надо, может не закрыться. Сидор, я не знаю, давно его не видел. 2,5 миллиона просмотров уже, нихуя нормально. Лекс, Маваши решили, блин, выйти раз на раз. Вот, будет, короче, бой у них. Сушил Феном голову, конечно, сушил. Колхоз, блядь. Группа Колхоз. Альтернатива группе Центр. Нормально, что может взорвать, кстати, вполне. Приветствую. Задисел, что? Посчитал, так нужно, он высказал свое мнение по поводу определенных ситуаций. Рэперы вообще, блин, дисят друг друга, это нормально. Нормальное явление, ничего нового. Вот если в песнях рэперы бы хвалили друг друга, вот это было бы странно. Да работаю я, работаю, у меня перерывчик 5 минут. Фильм охуенный, новые артисты есть уже. Ананасовый экспресс или People Hates? Purple Haze по-любому. А вообще лучше, конечно, Lemon Haze. Или OG Kush. Да, OG Kush вообще заебись. Бой Феди, ну, блядь, что-то короткий бой. Я удивлен такому, такому концу этого боя. Ну, просто попали ему, бывает, что. На свайне не пробовал. Пробовал, у меня от него изжога началась. Не знаю, Гронин, блядь, буду я на студии или нет. Ты хочешь мне что-то привезти? $1,000,000? Привези мне $1,000,000. Да, буду продвигать. Новые артисты есть на ЦАУ уже. Полицейский с Рублевки, ну я ржал. Блядь, да проект мы проебали с местного уже, с местного, поэтому и не выпустили. Может, что-то новое запишем. Сектор Газа. Что? Впрягу дашь, это что за хуйня? Так, что там? Со Сливом нет, не общаемся. У меня айфон и съешка. Бля, нихуя, поздравляю тебя. Марихуана лечит, говорят. Эта цепь весит 100 с хуем грамм. На ЦАУ как артиста тебе зачем? Ты в Калининграде? Нет, я в Москве. Почему я в Калининграде? Есть планы с туром, с новым альбомом. Вот посмотрим, как альбом люди примут. Вот так и уже это как он. Так уже по туру будет понятно. LJ T-Fest, но мне LJ больше нравится, я же вам уже сказал. Не хотел бы ничего возвращать. Басот пишет альбом. Бля, ну я не думаю, что Жиган будет спрашивать за дис. Я, кстати, не услышал там никакого оскорбления в сторону Жигана. Он просто сказал, что как бы, блядь, странно выступать, типа там, по-моему. Ничего такого нет. Никого там не оскорбляет вроде. Он просто высказывает свое мнение. Спасибо. Поясни, Джокер. Что-то я тебе еще пояснять буду.
Какие отговорки? Блин, ну шоу песни, ну шоу песни, там люди песни поют. Вот. Блядь, да мы с Жиганом давно помирились. Получал, конечно, пиздец скинов. Нормально, я помню, накидали, блин. Бля, в разных ситуациях по-разному я воспринимаю. Да нет, это я неправильно сформулировал там. Бля, господи. Бля, я не знаю, кто там что Роме предъявлял, блин. Мияги, заебись, это наше, мне нравится музло. Тиман или Баста? Ну, Баста, конечно. В проекте, не знаю, смотрю в каком. О Шоке думаю, ничего не думаю, блядь, нормально общаемся. Да, хуй нет, никаких батлов, блядь. Лан спит дома. Это Алтай. Он тоже спит. Алтай. Алтай огромный пес. Это Барбосин, думаю. Бестолковый. Короче, я с вами прощаюсь. Вот. И желаю вам всего самого лучшего, хороших снов. Он тай? Да и кого кусать? У него только два коренных зуба вылезло. У него все зубы молочные. Он еще маленький, ему 4 месяца. А размер, видите, какой большой? Большой собака. Большой барбосина. Он размером большой, а сам маленький. Сэмплер скоро будет. Все. Блять. Сига Амстердам. Ты что, перед тем, как это написать в зеркало, посмотрел, что ли? Это порода, это овчарка с волком. Помесь овчарки и волка. Посмотрим, что вырастет. Он, мне кажется, у меня сожрет. Сига Амстердам. Все, пиздишь там, пошел нахуй. Нахуй мне Samsung нужен. Все, всем пока, хороших снов.